Короче, Войт, ты будешь у меня танковать самого босса, а не даб и Team Beach, и танк, вы будете держать трэш вдвоем. Чего я в танках? Да, ты только трэш тут поддержишь. Нет. Ваш приоритет танки, не даб, смотри, там будут выходить трэш, душительницы какие-то, будут выходить стражи. Вот душительницы ты можешь нахуй не трогать, а вот те, которые стражи, обязательно возьмешь на себя и держать их будешь где-нибудь вот тут, вот, отвернув, естественно, вот в трусах, чтобы РДД до них Понял. доставали. Они кливают, медиков не убей, пожалуйста. Да, они кливают, милики, соответственно, стоят в жопе босса. Вот здесь вот уже они тут держись, стоит, вот тут они уже все стоят. Видите? Трэш стража держится отвернутыми от рейда. И вот здесь вот танкуется. Вас двое возьмем, чем ни одного танка. А, когда скажу, босс будет сбивать, когда начнет сбивать, скажу, все прыгайте в воду. Сделали прыжок в воду, покормили местных креветок. Дыхание прошло, блевота, и вернулись обратно на свои места. Все, Ну, гладиатора нет. весь босс, босс. Где гладиатор? На присутствие. А чё, а куда демон делся? Сманите гладиатор, шкаф поставьте еще раз лавочки. Один Да не знаю, если я себе когда-нибудь надумаю второго персонажа, я тебе специально сделаю демона. В смысле, а чё в натуре ты демона не взяла в рейд? Ты его нет. Так он оф, но ты. А нахуй он плюсанул тогда? Может вылиться. То есть. Типа а чё там у тебя старик от демона происходит? А, не, да, побери, пожалуйста, статус АФК на башку и ХП, твоего не вижу. Пробав эти гудя. Готово, босс. Афганистан, еще одна РЧ, последняя. Жужин. Тотем на хаст ставьте. Я не вижу. А, Лен, куда их надо будет подводить, ты говоришь? Трусы. Кто понял? Жужин. Ладно, хуй с ним, жужжем он пуляет. Ну, зачем гуляет, бать. Дайте пристабав. Запомните, тут сопроты надо только на совет и на вайш, может быть. Но там не точно. Не, ну танки-то всегда пьют сопрот. Танк такой вопрос задает, это уже проблема, по-моему. Капец, присты, жиды. Дали только вынос. А зачем вас? Дух. Так приятнее. Ну да, чуть поближе к хилам встань, чуть-чуть прям поверни. Вон, да, вот так, надо. Что там по Гере, Лен? Да, Гера. Ну потом, короче, после следующего этого прийти отдадим Гера. Проебали. Вот, все, делаю глубокий вдох, в воду все спрыгнули. Драгоны. Почему он меня поднял из воды? Ну, как это, как теннис на ракету. Подкидывает и плюется.
все, вернулись на позиции. Бьем дальше вас. Вот, стражи, давайте, ловите, разворачивайте. Милики за агро следите, не срывайте гливу, и будет больно по жопу или по яйцам. Все, креветка вылезает. Сейчас вылезет нормально, шаман вылезет. Давайте. А я что, шаман? Давайте вам делать. Ганвеста, дотянись, чай аккуратненько до провокатора рисани. Или нет, нет, Тимбич, со мной ничего пока не занят. Сходи за этим. Я тут у... за кем? В боссе. Я в боссе. Меня достанешь. И не лизань. А ты... Делай глубокий вдох, в воду все, в воду. Нормально. Танки, готовьтесь, стражу убирайте отсюда. Еще один страж. Стражи пока не убивают. Не РВД, не мили, кидайте танка на братяга. Побейте по какому-нибудь другую хуйню. Все, теперь можно стражи. Страж сорвался аккуратно. Заброс, идите, РВДшки. Если он не кричит, свитимся пока в другого какого-нибудь. Тимбич, достань чё-нибудь до провокации. Чё? Говорю, достань, говорю, до провокации. Да он танчит, душить не чё? В них не надо танчить. Танчить надо только стражами, душить не спокойно. А где эта ракушка? Да вон валяется под я босс. Я в бассейне. Хрис
Хильте его сразу. Встанет. Воду все спрыгнули. Воду. Не вставай пока. Адмирал, дай сразу щит. Колечко. Так, я бы быстрый релок вообще сделал. Нидаб и Измаил, у вас не установлен этот аддон конкрет на разрыв. ГП, ГП, лутмастер. Ну ты полутал свою мод. Да. Шея осталась. Все, поехали дальше на слепца. Сейчас я прямо на минутку отойду. Чё, Фрэнсис, чё? Ну чё стоим, АФКаша? Идите мобов агрить теперь. Пока большой не пришел. Пазик, ты вата 10, вата 4, ну, или это вата 5? Большой идет. Причем забирайте большого, потому что справа и слева большой идет, и выводите сюда его. Значит, въебемся на 2. Идите рынжур возьмите сразу, только справа, слева не сагрите лишних. Вдруг заразный будет. Дистанцию наберите. Нет, все он долгий, наверное, выступление. Лен. Сейчас, да. Чего? Поел, да? Да. Старик, снимай Т5. Куда вы побежали? Еще одного вам того гулящего. Его тоже надо маленечко будет причпокнуть. Зачем? Потому что он придет во время боя с боссом, да? У вас такое свойство. Приходи.
Тогда го. Вот этих можно было не бить, можно было просто полно ждать. Ну, окей. Может, воронка упадет лишняя. Войт навредил всех и не навредил никого. Да все, куда дальше чистить, он еще долго будет бежать. Пошли чуть назад, вернитесь туда, к уже к боссу. Да вот он уже. Вон идет, все, ждем его, короче, и забиваем до смерти. Он свои подмышки выходит. Ну че, сиськи нем? Вниз там такой дистанцию сразу наберите, РДДшки хилые. Мало что там у него в голове. Это такой же. Кулак. Это такой же. Да, это было. Вы ГП за утро отдавали? Я что-то не вижу. Давали. Еще раз дай. Зачем еще раз давать? Ну, там раз только один там? Он же тебе сказал, что он не видит. Я не вижу, я хочу видеть, как люди получают ГП. Я получаю от этого сексуальное удовлетворение. Какой ты извращенец. У нас в гильдии странные знакомости. Пианисты. Один от локов демонов тащится, другой от ГП. Да-да-да. Пианист любит, когда люди страдают. Мне нравится, когда люди получают ГП. Это знаешь, что надо, чтобы сразу одного человека удовлетворить? Взять в рейд лока, ебануть ему ГП, чтобы ему было от этого хуёво. А под конец скипнуть нахуй скипнить. Да. На кайфануть. Просто вся гильдия кончила. Возьмите старого просто лок и все. Типа КД его кикните. Дайте Лене выролить шмок, ей нужно заход. Вы это вряд ли услышите, потому что шмотки не перестанут, остались только советские и джайны. Блин, зря Тим еще танк в ДД спекнули. У него хотя бы АОЕ агрой. На мапах. Не помрёте же, ну. Чё, помираем? Ну, тихий. Пуханчик догоняет, ты чё там отстаёшь? Фрэнсис, 65 тысяч, ты чё там? Капусту ест.
Руки натренированы. Правая особенно. Каждый день тренирую. Мне просто провокатор кольцо спиздил, вот он мне разошелся. Ой, ну вообще ничего не говори. В смысле спиздил? Спиздил. Шмотки отдаются по приору. Да не пизди, ты спиздил. В смысле? Прямом. Я за ним и шел вот. У меня была тактика, я ее придерживался. Остался плащ. Локи, ты тут? Это, одевай, тренер. Я тоже одену. В смысле, вы что, без тренера? О, старик, бля. Чё меня подводишь? Одевай тренер, не можно не трахать. Да я ты ещё. Я на боссе забыл тренера одеть. Бля, можно не одевай. Фу. Бля, где ты прям? Лена, где воронка? Не знаю. Большой слева, осторожно. Раньше наберите. Слева большой идет, осторожно. Там два эти слабые. Рассоситесь все. Этот нехороший, походу. Не, с паразитами пох. Он мне может... Нормальный. Ладно, бьем дальше. Мелких собери. Вот бы ты похилил. Спасибо. Может быть, там кто-то оргазмирует от того, что ты не прохиленный ход. На себя намекаешь? Нет. Странные наклонности сегодня всплывают в рейтинге. У нас Сергей. У одного правая рука вообще заточена там. Приятно. Писюна не хилится. Писюна? Ну чё там, где танки? Сейчас лужа в рейде разлез, будет паст.
Ну и что вы натворили вот, а? Не стыдно вам? Я кот, мне можно, я написал. Дайте этому магу ебаному стан кто-нибудь. Кроме второго, да как где еще там? Нас двое. Че за хуйня? Че там офнутые люди? Кикните и уберите им ЕП. Да. Или суйте демона в рейд, нахуй. Какая разница, офнутые ты или нет, главное, что ты онлайн. Демона в рейд суй, вот какая разница. Ты темчик себе поставишь. Пора демона создавать. Вижу декатанки бесполезны. Демоны полезны. Так, турматор тут что, тут не тут? Ну а скиллон на груле. Это 12 килона, что ли? Ну, по всей видимости. Давайте дальше трэш. Одного, один остался еще, дружочек слева. И вообще, если он не в доступности, его надо кикать и ЭП убирать. Не, просто можно его позвать, пускай ливает. Ну, чисто из подлости. Еще один фетиш твой, да? О, Мозар, а ты когда урвал эту треню? Ну, теплая. Ага. Я думаю, что ты переживаешь за мою триню? Мусора там тринь пиздец, на обложиться. У него и талик есть, и все у него есть. Ему осталось только с Джайны забрать, он будет вообще королем тени. Вот, Джайну заберу, я все зайду. До конца, ультимейт. Ни боешек, ни воронок. Как так? Это намек, что нам не рады. Луки, малыш, ты где там? Обосабить. Потом. Обосабить. Этот правильный, он не прибежит. Локи, это иди, я тебя встречу. Тебе надо какое-нибудь хождение по воде идти, тебя встречать давать, или сам добежишь?
Спроси, может, кто на замене сидит, может, кому надо босса? Да, кстати, кто с замены, надо кому босса? А на ком вы? Позиция. Перчатки где падают? Тут у нас Т5 бесхозные есть. Шамановские забирают у нас разбойники, я так понимаю. А хантовские, по-моему, нахуй никому не нужны. Так, Войт, значит, ты на самом базе, а Недап на копии. Недап примерно где-то на 20%. Босс раздвоится на две части, на демона и обычную форму. Демон будет фулл хп, а вот этого демона возьмешь ВПшками на себя. Будешь просто стоять вот там, в сторонке где-нибудь. Вот, Войт обычного с лица. Так, что там рыбу ставил? Да, рыбу ставил, кушайте пока рыбу. Это, слышь, Лена, мушета... Пуханского от вина Лока загоним, пускай ты 5 заберет. А нужна хуй никому не надо здесь. На успех паролят. Ну или только на успех, если вы заберете. Все. Но у нас рога шаманы тоже не ролят, у них нету 7к ЕП. На успех. Да, в смысле не ролят, пускай забирает, он стабильно ходит в рейды, вот этот разбойник. Пускай в смысле бывает. Нет 7к ЕП? Да. Это все Леха решает. По-моему, какому-то шаману он 2 куска отдал. Есть правила гильдии. И он отдал, потому что никому на успек даже не надо было. Он отдал. Кому он отдал? Эрнест, я помню, перча получил. Да, Харси. Еще кто-то получил из-за того, что успек никому не надо было. Он еще не открыл 25 даже. Пусть копят 7к ЕП, ебать, если бы он стабильно ходил, у него было бы больше. Чтобы они бесхозными сейчас не оказались. Вот. Ну он сейчас просто полутает и ливнет. Ну он ливнет, блядь. Он только свою часть. Он только свою часть блядь. Экзо тоже он шаман, нахуй фул оделся, да ливнул, че. Я не знаю, но вот этот, который ты говоришь, чувак. Демон, которого ты хвалишь, вот с моей гильдии бывший челик, вот он написал, что он в силы Сибири лутанул Т5 и съебался туда. Ребят, есть правила, соблюдайте, какая разница, пусть ходит, будет ходить, будет лутать. Я также ходил, и он будет также ходить. Так, значит, кусок маг, лок, хант. Нахуй никому не надо. Но успех, я не знаю. А кто на успех? А кто, кому успех? Потому, какие там успехи? Успека, да. Успека нет, ни лока, ни у мага, блядь. Локи, переоденься. Бля, надо было мне идти на маги, потому что мне на маги надо. Пухан, заходишь за лапками? Конечно, твину загонять, забирать, если есть возможность. Тогда офисе сходи на этого на Лока плюс один мне и этот Локи в шкаф поставь. Если на успех да. Никто не берет, я-то не против, я вам говорю, вы, блядь, не слышите меня, наверное. И а думаете, чё, что я Локи не будет брать, что ли? Подожди, Локи, а тебе разве не надо эти ладошки, ты пятая? У тебя ж ты четвертая. Просто не Пухан, хочу. Давай, заходи быстрее. Надо было это сразу выяснять. Уже пора привыкнуть, что, блядь, вот этот вот соп, который, нахуй, Лок Макхант, уже почти все его одели. Ну, там у кого-то какой-то части не хватает, но в основном он у всех есть. Да руки-то у всех есть, падают. Руки, плечи, да, они уже все, по-моему, одели, кто только можно. Там грудь у нас эксклюзив, блядь, и башка. А ну, башка не там. Такой эксклюзив. Башка, ты бы знал, как в первом рейде за нее пиздиться. Ну, в смысле, это там пиздец, кому она нужна.
Полрейд. О, блядь, красавчик, нахуй. Просто то, что надо. Давай церчину бак на пол, вещи поехали. Такой тоже ГП, кстати, дает. Там только зашел ему сразу Геру, нахуй, схожу. Ебать. Поприветствую, пацана. Нет, ему не дали Геру, к сожалению. Промазали, хули, не фартануло. На, братишка, не выделяйся. Все, все готовы, там танки по готовности пуляйте. Я тебе дал Геру тоже, чтоб не выделялся. Старый, сейчас Гера откатится, ее дадут, а он ее не получит. Че, я один? Там разница в 20 секунд. 30. Хватит ходить. Где начисление? Заткнул. Сейчас после босса. Вихрь, стопнули декс, отошли от... Иннер можно? Один. Сова, убей демона, он тебя сейчас убьет. Ноли держится, пошли. Еще один Эйнер. Спасибо. Если в тебя босс кастует, выйди из рейда, чтобы по всем дебаф не вешался. Отойди немного. Сальва, отойди. Да надо же адмиралу крутить дебаф. А, их опасно. Я вообще хуй знает, как он сафамани садит. Демонов убили свои. Он бы не забит в дух, просто по самые яйца, блядь. Лена, КД 0,1 секунда.
Вот сейчас он разделится, ДКшка заберешь демона, который не даст Войт вас. Он не хочет. Попробуй еще ЛПшка на него по 20. Агро 100% показывает. Это нормально. Да.